Год 2013. Планета Земля под властью искусственного разума, роботов-компьютеров. Людям не разрешается иметь больше одного ребенка. Бывший черный берет Джонни Бреннек, Кристофер Ламберт и его жена Карен полны решимости спасти своего второго ребенка, которым беременна Карен. В соответствии с жестокими законами будущего, Джон приговорен к бессрочному заключению в тюрьме, которая называется «Крепость». Возникающая из пустыни, подобно гигантскому космическому кораблю, крепость не оставляет ни малейших надежд на бегство. Кристофер Ламберт. Последний отсчет. Фильм Стюарта Гордона.